можно его с собой? Давайте. Ой, я обнял. Соскучился. Всех обняли, да, поцеловали. Все, идите, разбойники. Значит, чехлы. Ну, колокольчик-то, кто не звонит? Я могу. Звоните? Звоним. Давай. Господи, слава тебе. Едят нищие насытятся, и восхвалят Господа, взыскающие его, и живо будут сердца их век века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Ныне пресне его, веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. И освети дары слова мысли молитвы. Исполни сердце благодарностью за чудные дары твои. Хвала тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Садитесь. Ладошки! Не ори, ты не ори. Матушка, не фотографируй. Не слышу. Слушайте. Тихо. Успокоились. Я руки помою. Без моего ведома, здесь пока я не знаю, ребятишек никогда после обеда никуда не послать, тем более Надежде Васильевне. Егор, не спасибо. Так, тихо всем. Сестры, слышали? Не благословили, сидите спокойно. Марина, Марина, подойди сюда. Никаких работ после обеда без моего ведома, чтобы не было. Идите сюда, все сестры. Надежде Васильевне после обеда без ведома Игнатия Тихоновича и кому бы то ни вообще было не посылать. В любое время, тем более после обеда. Его косить будет, он приходит косить, договорился, отменяется. Чтобы больше этого даже намека не было. А я и сказала, мы работаем уже до обеда, дети. После обеда занятия ведут. Кто-то уезжает. А? Вон там кто-то уезжает. Ну, кто там уезжает? Ну, это Устинов Леша. Я договорился сейчас с Романом, он поедет встречать Галиндохина Владимира, и кто-то едет утром. Часов в 8 здесь у нас будет 2 человека прибыть. Ну, там он не смог что-то там, он расскажет сам о себе. Роман поедет встречать. Сходил в Барабашан, договорились. Викторию нашу отправляют, сейчас пообедает. Ну, в 8, к 9 туда и отправить. Там надо. И отправится утром. Адрес знает где. Ты свой адрес знаешь? Все. Ты дальше просись у мамы. Ты можешь в этот день отпроситься назад приехать. Он поедет назад и вернется. Но чтобы мама тебя уже не трогала. Не трогала. Раз тут Марина остается, может быть, до 28 августа. Нас это не касается. Виктор Николаевич бежит на обед. Бежит за батюшкой. Видите, как бабушка устроена. Бабушка здесь. Садитесь, сидите. Сейчас посмотрели, смотрели фильм «Сбежавший из дома». Вы видели, как ежик у нас ест кошачью еду. Посмотрели фонариком, он там сидит. Володя его нашел. Видел? А Егор говорит, живем в городе, ничего этого не видел. А охота посмотреть. Давай. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. По славу Божию. Так, сиди спокойно. Подадут. Только сели, руки поднимайте. Живые люди, они вам подадут. Только убери со стола. Зачем залазишь? У его штаны очень длинные. Вот так завернуть и подшить. Подшить. А он заворачивает, идет по земле, на штанах идет. Зачем ему эта грязь? Завернуть, они длинные очень. Я у себя тоже завернул. Завернул и подшил. Все, остались, Володя. Все у нас хорошо.